таваккуля, из искреннего полагания на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, хотелось бы напомнить историю, коротенькую историю Уммы Муса, мамы Муса, алейхиссалям. Когда она была беременна, а когда женщина беременна, она радуется своим зародышем, своим плодом и ждет его. Тогда Аллах Субхану ва Тааля повелевал ей, когда, если ты его родишь, то если будет притеснение, в то время, во время фараона убивали мальчиков, то положи его в сундук, табут. То есть положи его в сундук. И она, Умма Муса, когда прошло это время, после 3 месяцев кормления, положила его в сундук. Знаем, что детей нельзя хранить в сундуке, но она положила это, поцеловала его, положила его в сундук. После этого Аллах Субхану ва Тааля ей повелевает и сказал: «Фа-алькихи филь-ям», брось его по течению реки. Субханаллах. Не сказал «фадаихи фильям», положи его по течению, а брось его, возьми своего ребенка, которого ты родила, которого ты кормила, брось его по течению реки. Страшно, субханаллах. Кто из нас может своего ребенка положить и бросить по течению реки? Даже если у кого-то ребенок в больнице, он постоянно смотрит на телефон, там позвонили, что с ним случилось, даже если он просто простудился. Но это амру иляхи. Она боялась, Аллах сказал «Валя тахафи», не бойся. Хорошо, не буду бояться, но буду скучать по своему ребенку. «Уаля тахзани», и не скучай, не печалься. «Инна раддуху илайки ва джаилюху миналь мурсалин». Поистине мы вернем его тебе и сделаем его из числа посланников. Субханаллах. Она взяла, бросила его, покормила его, как имам Ахмад, в риваяте имама Ахмада приводит хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «Фаваллахи лязи ла илаха илляху», сказал посланник Аллах, клянусь Аллахом, которого нету божества помимо него. «Ардаат умма Муса Муса мин садихи л'айман аля ишрак ишшамс». То есть, когда уже восходило солнце, утром она его покормила с правой груди. «Фараддаху Аллаху илейха ма'ал гуруби шамс». И когда она вернулась, когда в этот же день, когда садилось уже солнце, Аллах вернул ее ребенка к ней, и она его накормила с левой груди. Вот это и есть истинный таваккуль на Аллаха субхана ва тааля. Просим Аллаха, чтобы это не остались просто писания, которые мы читаем, чтобы мы смогли, иншаллах, полностью полагаться на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и быть счастливым, иншаллах, в этой жизни и вечной.